В Майской районной поликлинике завершается затянувшийся было ремонт. Возникли проблемы с подрядчиком, который некачественно выполнял свою работу. И ремонтом занялась другая компания. Сейчас заканчивают левое крыло первого и второго этажей. Потом приступят к третьему и четвертому. Уже выполнен большой объем работ во внутренних помещениях. Процедурные и другие специализированные кабинеты полностью облицованы кафелем. Установлены двери и окна. Палаты оснащены новой сантехникой. Заменен линолеум. Окрашены стены. На стадии завершения и фасад. Параллельно идет прием пациентов. Переносить его в другое место не стали. Больных осматривают в уже отремонтированной части здания. Я думаю, что в течение первого-второго квартала мы приобретем новую мебель, поставим, чтобы они чувствовали себя уютно. Приобретем кулеры с горячей водой, чтобы наши пожилые пациенты могли попить горячего чая, потому что очень много диабетиков к нам приходит, беременных женщин. Кроме того, поликлиника будет оснащена новым оборудованием, большую часть которого в медучреждении уже получили.